У нас у каждого есть своя личная история. И эта личная история, она состоит из метафор. Мы складываем истории из детства, на это накладываем истории, которые с нами случаются. И у нас есть истории из прошлого, и есть истории, которые мы переносим в свое будущее. И метод чистого языка позволяет прояснить, из каких именно историй или метафор мы сложили свое прошлое, осознать и создать именно такое будущее, которое вы хотите. Его простые вопросы позволяют внести ясность в то, что происходит сейчас и что именно хотите именно вы. Очень простой метод, доступный и невероятно эффективный. Вот. Спасибо организаторам, и, конечно, спасибо тренерам.